Строителей из Узбекистана, незаконно проживающих на территории региона, задержали сотрудники миграционной службы. 7 иностранцев трудились, не имея патента на работу. Также были задержаны 3 армян, выкладывавших тротуарную плитку на улице Варенцовой. Работодатели сами нелегалы оштрафованы на 12 тысяч рублей. В здании бывшей фабрики Балашова сотрудники миграционной службы задержали 5 граждан Азербайджана, нелегально занимавшихся пошивом одежды. Еще 3 граждан Узбекистана и Таджикистана работали в заведениях быстрого питания. В настоящее время устанавливается работодатель, привлекший иностранцев к незаконной деятельности.